после вечеринки у Ивлеевой остро стал вопрос о воспитании детей. Как они воспитываются в тех семьях, вот этих, так сказать, звезд шоу-бизнеса, которые были вот на этом вот мерзопакостном мероприятии. Ведущая программы «Жди меня» Мария Шукшина обратилась к органам опеки с подробностями. Жан Содель, здравствуйте. Друзья, на мой взгляд, действительно, дети перенимают то, как ведут себя родители, поэтому это не есть хорошо. Вот что говорит Шукшина, цитата, ведь у многих участников этой вечеринки дети чему научат, как воспитают они своих детей. Продолжает, некоторые скажут, что это их личные дети, как хотят, так и воспитывают. Не вопрос, тогда руки прочь от всех других семей, которых третируют органы опеки, улавливая ювенальные сигналы, идущие с запада, сказал Шукшина. Экс-ведущая имеет в виду всех участников вечеринки, вроде как только у Билана нет детей. Да, а у Глюкозы-то есть, а у Собчак, у Лолиты есть. И отдельно прошлась, конечно, по Киркорову, который был в полупрозрачном наряде. Цитата. Достаточно посмотреть на эволюцию коллективного Киркорова хотя бы за последние 20 лет. Сначала мужчины начинают красить глаза, потом надевают мини-юбки, потом, не стесняясь, приводят своих партнеров на ТВ, потом топчутся на кресте, точно. Причем, что самое удивительное, суд-то выиграл тогда Киркоров. Теперь уже начали демонстрировать свое тело в нижнем белье и без него. Я напомню, что операция за операциями, и Хайдаров говорит, что скоро будет новый Киркоров, вроде как в феврале. Далее Мария Шукшина обратилась к своим подписчикам, говорит, что нужно бы обратиться в Роскомнадзор, вообще, чтобы запретили показывать вот этих персон, которые были у Ивлеевой на вечеринке, по государственному телевидению. Тем временем уже действительно для каналов это подстава, то есть руководство однозначно не особо хочет вырезать, потому как уже сняли «Голубой огонек» песню года. Но последний, напомню, был «Шаман», но Агутю не захотел с ним выходить, мол, говорит, что петь с шаманом, все равно, что вроде как чебуреки ездят там в кремлевской столовой или что. Короче, шабаш еще тот. И вот самое удивительное, что все вот это наконец-таки всплыло, и теперь, на мой взгляд, однозначно все запретят. Потому что депутат «Единой России» Шолохов подключился, и мне почему-то думается, действительно их отменят. Что думаете по этому поводу, напишите в комментариях. Ну, опять-таки, в плане детей. Действительно, важно органам опеки заняться этим вопросом, потому что у кого, но у Киркорова непонятно, в каком ключе воспитаются дети. Оцените это видео, чтобы увидели другие. Можете подписаться. Каждый день обсуждаем самые важные и интересные новости вместе. Есть вариант поддержки. Канал, номер карты и ссылка на донат в описании под видео. Спасибо, что со мной. С вами Жан Содель. До встречи. Хорошего дня.